Свинка Пеппа, привет! Привет, Аня! А что ты такая грустная? Да вот, лето пришло, дождь, а бабочки не летают, они спрятались от дождя. Жалко, что бабочки не летают в доме, но кажется, я знаю, что можно придумать. И что же? Посмотри, что у меня есть. Ух ты, а что это? Это картинка с бабочкой, которую можно сделать самим. Ты мне поможешь? Конечно, помогу. Ну что, давай начинать? Да. Всем привет. Вы на канале Лютоплей. Сегодня я буду делать бабочку из блесток. В этом мне будет помогать свинка Пеппа. Ух ты, это бабочка из блесток. Какие красивые блестки. Тебе нравится? Очень красиво! Я чуть-чуть переборщила. Берем голубые блестки. Надо чуть-чуть подсыпать. Такая красивая бабочка получилась. Даже на фоне неба. А завтра, если будет хорошая погода, мы с тобой пойдем и посмотрим на живых бабочек. Здорово! Обязательно пойдем! Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Лютоплей. Всем пока! Забудьте подписаться.